В Юго-Западном особом военном округе, что в Кашкадаре, прошел сержантский форум. Мероприятие имеет особые задачи, основная из которых – всесторонняя подготовка сержантского корпуса. Военнослужащие этого звания учатся разрабатывать и применять инновации. Кто в чем преуспел, было показано на военном полигоне. В первый день работы форума обсуждались актуальные проблемы укрепления воинской дисциплины в коллективах, применения инновационных подходов, интерактивных методов при проведении занятий по боевой и духовно-просветительской подготовке. Планом на перспективу. Роль младших командиров в формировании здоровой духовно-нравственной обстановки в подразделениях, выполнение поставленной для воинских частей задач на «отлично» имеет большое значение. Сержанты – основа и опора национальной армии, потому что именно они являются правофланговыми для своих подразделений. На них равняются бойцы. Второй день форума обозначен показательными занятиями на учебном полигоне «Нуристон». Здесь были созданы 15 учебных точек различных служб Юго-Западного особого военного округа. Военнослужащие обменивались опытом знаний и навыков военного мастерства, демонстрировали своевременность выполнения боевых задач с применением инновационных возможностей. На сборе для подведения итогов проведенных учений в рамках форума сержантов его участники внесли свои предложения по улучшению учебной материальной базы полигона, подъемников, мишеней. По итогам форума отличники боевой учебы были награждены ценными подарками. Группе передовых сержантов вручены почетные грамоты и присвоены очередные воинские звания. Кашкадарья, Замира Бабаназарова, Гайрат Муминов, Ильхом Кахаров. Специально для канала «Узбекистан-24».